Шеловское месторождение золота, бывшее. Внушает уважение. Там он лаз. Ну, а это кто тут нахулиганил? Кому зачем это нужно было? Кто-то пытался тоже тут. Что-то найти. Вот медная зелень. Что-то тут еще местами на азурит смахивает. Это кварц. Кальцит, пидот. Медная зелень. Черт. Что и сломать можно. Ладно, поищем что-нибудь, гранатов каких-нибудь. Ну вот нашел место, вроде можно тут покопаться. Вот гранат просматривается. Это тут эпидот такой зеленый. Ну, тоже гранатик. Гранат мелковатый. Ну вот, сглазил. Можно, говорю, покопаться. Тут вроде и не видно ничего. Блестит. Вот здесь вот надо вымыть. Тоже такие же удочка гранатика, кажется. Вот он, мой хороший. Поблескивает. Ну вот это эпидот, а вот это вот гранатик.
сверху покопаться. 3 часа есть. Нет, меньше. 2 уже. Сейчас посмотрим. Ну вот, случилось несколько образцов более-менее. Вот этот отмоется и будет весьма недурственен. Этот тоже. Здесь что-то вместе с эпидотом. Вот эпидот тут. Вот. Вот и в этом бульдогане. Тут даже кальцитик есть. Во. Вот такой вот сыпью замечательной гранатовой. Мелкими кристалликами. Дождь выгонит сегодня, конечно. Что-то он зарядил. Продолжаем процесс. Продолжаем. Есть откровенно слабые, конечно, образцы. Есть более-менее. Ну, вот этот интересный. Собственно, гранат сидит в кальците. Вот эти гранатик в таком беленьком. Вот интересно. Тоже мелочевка. Ну вот этот поинтереснее. Хорошо. Хорошо. А здесь торцион. Тоже мелкие гранатики. Вообще, конечно, в отвале интересно рыться. Он такой корявенький. Отмоется. Может быть интересным. Вроде ветера. Комары все равно помаленьку донимают. Вау. Парочка гранатов хороших попала. Интересный образец. Прилечь, что ли? О, тоже. Ну, тоже гранатик.
сфокусирую. Так, ладно, разгребем дальше. Опа-на. Вот тоже что-то. Вот у нас что-то есть. Сменил место дислокации. Коротки кальцита. Что-то эпидотовое. Небольшие гранатики. Кварц. Что-то в нем. Посмотрим. Да, вот гранатик неплохой. Он тоже гранат тут торчит. Небольшие гранатики. И так далее. Петухи орут. Березовая рощица. Копи находится в черте поселка на окраине Медного. Ну, слышно даже. Изрыты. На 101 раз уже. Все перебрали. Однако гранатики еще кое-где встречаются.
Конечно, самые интересные образцы уже давно выбраны. Чтобы хороший найти, нужно закладываться. Ямку бить. А кто здесь разрешит? На виду у всех. Хотя метра два бы можно выбить, а потом водить экскурсии, пусть сами дальше гранат с корней собирают. Но это лет через 100. А сейчас у нас пока запрещают все. Ну, не всем, видимо. Ну, запрещают. Не нужны нам геологи. Вообще нашей стране ничего не нужно. О, кальцитик, эпидот. Вау. Интересно. Вот тоже гранат, кальцит, эпидот. Отмывать. Мыть берем. Ох-хо. Старость не радость.
Это 102 раз я по отвалу прошелся. 101 до меня. Небольшой дождь, местами переходящий в сильный, выгнал меня. Но тем не менее, время, проведенное здесь, запомнится надолго.